Всем привет. Блин, камера тупит. Приехал на, ну, на работу, на новую работу, как бы пригласили сделать welding тест. Короче, тест для сварки. И, короче, сейчас сказали, типа, подожди 5 минут, сейчас подойдут. Вот тут аппараты такие здоровые. Я тут хожу, вот панели делают. Это, короче, дома будут строить. Вон дома вдалеке там видно, вот типа таких зданий строят. И хожу тут, смотрю вот эти панели. Блин, я не знаю, тут, наверное, сварщик первого разряда это делает. Смотрите. Это просто пиздец. Это я не знаю, это как мне нужно пройти тест, чтобы получить эту работу. Это то бишь, не, в смысле, я даже не знаю, как это сказать, но это пиздец, а не сварка. И мне кажется, и я не знаю, я, блин, потом буду угорать, если они меня не возьмут на работу. Вот, потом я сейчас попробую проварить. Ну, они мне дадут пару железяк, поварю чуть-чуть, посмотрим. Но это, блин, ребят, это пиздец, это полный фетиш, это издевательство на сварке. Так, ну закончил я тест. Сейчас покажу, что я сварил. Вот такой уголок. И делал я все по чертежам. То бишь, ну, они проверяли, как ты можешь читать чертежи. Вот так вот это все выглядит. Вот получается 7 это... Блин, как вот сказать, как, блин, фет, толщина, короче, сварки 7 миллиметров должна быть. Вот. И вот все это по чертежу я сделал. Вот эти вот дырки, это я этим выпрессовывал. Специальный пресс. Вон там стоит этот пресс. Вот. Так это все получилось. Вот это был у меня вертикальный шов, вот это вертикальный шов, они проверяли. Немножко криво, но я 100 лет это не делал. Ну, именно вот такие вот вертикальные швы. Я заколебался настраивать сварочный аппарат, это полный фетиш был, пока я его настраивал. Вот это вот вертикальный шов. Как бы немножко некрасиво, но, блин, сдал, короче. Говорят, неплохо. Были люди и похуже. Вот, горизонталка. Здесь у меня, я немножко начал, ветер как дунул. И у меня здесь на это, пузыри пошли. Немножко зачистил и прошел дальше. Вот и все. Вот такие вот дела. В понедельник в 6:30 на работу. Такая большая компания, вот такие вот дома они собирают тут, ну и всякой херней страдают тоже. Вот, вот так вот я настраивал аппарат, это полный фетиш был. Я обычно такими аппаратами там не пользовался, там не старые такие, непонятные, я в основном не такими пользовался. Вот, и вот так это все получалось у меня. Вот, ну ничего, я настроил и заварил. Вот, вот такие вот дела. Вот так вот начинал уже, поднастраивал, а вот, это я уже тренировался вертикалку делать, поднастраивал. Вот снизу немножко не хватало проволоки, там хер его знает, и вот пошел, вот третий уже 7, вот, такие дела. Вот, ну ничего, все получилось через недолгое время. Вот. И вот такими они трейлерами тут таскают эти дома, кто заказывает. И вот работа с 6:30 до 6. И когда работы много, переработки. Сейчас там в другой ангар зайду. Вот тут. Тоже машина ремонтирует всякую херню. А вон в том ангаре, вон они обшивают уже здание.
А в том ангаре мне что понравилось, так это Porsche Carrera 911 стоят. Сейчас попробуем, если мне пиздюлей не дадут. Вот такие вот бытовки всякие. Не понимаю, конечно, нахер этот мусор тут стоит. Офигеть. Порше, интересно, какого года. Девятьсот одиннадцатый С. Охренеть вообще. Спортивная. Ну, типа багги стоит. Да, есть. Джеки вторая какая-то. Походу тут хозяин торчит от них. Ладно, до понедельника.